Уже подготовленный, прогрунтованный тигрунтом, штрих-путцем, и нанесен первый слой на толщину зерна, заколированный наш мармарин Макси. Вот наш цвет Е0347. А сейчас будем наносить наш второй оттенок Е0346, более светлым. На данной стене там у нас лестница будет проходная. Так она вот выглядит в пасмурную погоду. Так вот, при свете. Сейчас будем наносить. Вот наше ведро материала. Так вот. Ни много, ни мало. Вот мы уже начинаем наносить. Делаем такие хаотические движения, разносторонние. Где-то вот так вот. Вот такими вот движениями мы начинаем формировать нашу поверхность. Вот у нас как бы прогалина такая, ее нужно чем-то заполнить небольшим. Начинаем пробовать местами приминать наш мармарин. Слегонца по верхушечкам тянем. Смотрим на шпатель, у нас остается сыроватый, но процессия допустима при таком нанесении мармарина, в моем случае. Здесь у нас уже он схватился. И с ним можно уже фактически работать. Применять более, скажем, грубую силу физическую. Сверху тоже. Вот здесь у нас еще. Если вам видно, вот он. Он сырой, здесь более толстые слоя, мы еще вообще туда даже не подходим и не трогаем. Берем просто вот такие вот мелкие участки, мы их приминаем, потому что они начинают работать быстрее. Так, работаю не один, сторонние шумы, поэтому выбачайте. Ну вот в этом месте уже они начинают вообще просыхать, поэтому мы их более сильнее приминаем. Вот видно, блестит, слой потолще оставляем. Ну и так далее, мы начинаем уже работать фактически со стеной. Приглинцуем, скроем в дальнейшем воском. Ну, вот мы начинаем его уже приминать такими вот движениями круговыми. Мы приглянцовываем поверхность. Если видно вам, вот уже в сухих местах оно поблескивает. Верхнюю часть примяли уже, нижнюю нанесли. Стоит, ждет наших рук и внимания. Будем дальше. Вот наша стена высохшая. Мармарин. Сейчас будем скрывать воском. Так, наносим воск на поверхность. Такими движениями. Наносим вот таким вот в виде чешуи рыбной, чтобы не было видно переходов. Далее вам покажу, как оно будет выглядеть в конце. Вот
вот наша стена вскрыта глянцевым воском для Венеции торговой марки Fadel. Вот так вот она у нас выглядит.